Сосис вам спотфотлер. What the hell was that, people? Well, there was a Piat up front that killed a half track. Any pack anti-tank on that hub with the Herlot? А Власов попробуй заходить с восточной стороны, попробуй чуть западнее. Нет. Власов, прием. Запад от нас, противник. Careful walking on your coordinations. Поставьте РВВ. Поставьте ралик. Поставьте ралик на метке. Лей и ход фаза. Дойдите на метку, поставьте ралик. Лей, дойди на ралик. Саша, доктор, поставьте ралик там сейчас. Ну, отлично. Атакуем мы самый флаг. Баска, you said defense. Dalmas Kozaki moved to beachhead. Atakum sam. I wanted that CC. Turbo moved to crossroads. Dalmas, he moved to beachhead. Move to beachhead, remember that. Как он не сдох? Сраный испанец. Отлично, падает флаг. Угу, отлично. Блядь, опять упала. О, что за... Короче, какая-то... Кто-то опять что-то сделал. Никто ничего не брал? Я ничего не брал, да это не... Получается так. Да-да-да, вот сюда. Я в один момент, я зайду за этим. А можете ко мне в 6-й склад зайти? Чтоб легче было. На 6-го складного ориентируйтесь. Не-не, говорит, а... Алло, Власов? Ну, мы на месте. Ой, блядь, затрахали они убийствами. Да я хожу, никого не трогаю. Не стреляйте. Сядьте, не шерстите. You go swamps. Copy that. А план тоже самый, значит... Cursed? Cursed? Can you hear me? Yes. Yeah, you go... Out. Both squad, okay. Both Russian squads go to outpost, I copy. Yeah, both. Власов, алло? Власов, алло. А, окей, понял. Убедиться на всех случаях. Так, план тот же самый. Ставим ралик. Ставьте ралик, два человека туда. Радио и 3 МТВ. Помогайте пока атаковать с вами. Мы решили на... Donbass, why do you have such a low number? Hang on a second, I... Say again. Say again, CC. Why do you have small numbers? Everybody's talking over you right as soon as you saw. Власов, алло? Козловский, у тебя на миномете, нет? Алло, алло, Влас, там противник уже на входе. Эти ганс дан точно, я забыл. Да, сейчас будет ралик.
Не смог с мертвыми. Ралли готов. Смотрите, прямо перед танком у нас противник. Власов, прием, прямо перед танком был противник. Давайте обходим по восточ... по... А, это свой? На аутпост танк. Передай. Всё. Угу. Передай Гудру на аутпосте танк. We're capturing Hobbler. German Seagull swarms, right? We do that, yes. Okay. Так, атакуем аутпост. Арвер, у нас нет миномета. Посмотрите справа, слева будет. You move to beachhead. Thomas Kozak moves to beachhead. Baska stays on defense and Turbo moves to crossroads. Good, copy that. Там Кромвель. Передай Власову Годов, что там Кромвель. Germans, you can try beachhead with the support of Thomas Kozak, but don't go head on head. Try to flank. Try to flank the beachhead. Yeah, we'll try that. Надо поближе ралли переставить где-нибудь там, где Власов сейчас, где-нибудь в этом районе. Вот два человека, которые там идут сзади, Dream TV и Holy Father, поставьте на метки ралли. Так, я в зоне флага. Только там проебали. Пока не опускаю. Поставьте ралик на метки, два человека, которым я сказал. У вас там три штуки. Поставили? Отлично, в флаг зону заходим. Кидайте больше, как можно больше дымов. Дымите там все нахер. Флаг пошел вниз. Давайте опускаю. Там сидит справа от как ходишь туда. А блин, вот где-то. Так, у них, наверное, ралли где-то вот здесь, в этом районе. Так, я был. А может и нет? Нет, наверное, нет. Пометки ралли, пометки ралли. Власов, прием, прямо к югу от моего ралика, где-то, сейчас скажу тебе. Где-то граница H4 и H5, ралик их. Всё, взяли флаг. Народ, на метке ралик, на метке ралик, ралик. Пулеметчик сидит у северо-востока от флага. I'm trying to get my squad over there. Гранат видит, ты. Власов, оброни пока этот аутпост вместе с моими, я буду уходить дальше на... Там на метке, где ралик. Так, у нас ралик. У нас ралик упал. Enemies are trying to surround Hablin and her lord. Я уничтожил их ралик. Yes, sir. Вражеский ралик уничтожен. Тебе бежит... Нет, там, там с юга движется... Кромвель движется. Тебе с севера бежит. Власов, с юга движется Кромвель. Возьмите кит противотанковый. Народ, держим пока веган. Аутпост. Держим пока этот флаг. Я не скажу. Я пока не могу добежать, потому что тут танк простреливает. Я понимаю. Просто пока я нашел здесь. Уничтожил. Ты второй ралик нашел? Вот я кручусь на карте, видишь? Mm-hmm. У них тут новый ралик был. Ясно. Они, значит, перестабили были. Потому что я тоже один уничтожил. Get some people back to flag. Танк сваливает. СССР, Кромвель at outpost. Кромвель at outpost.
Fair enough. If we are about to lose beachhead. We must defend. Блять. Чё, ground connection? Sorry, what? We are defending beachhead fairly. Yeah, I know, but you have these two guys, so they can watch the flag, Habler. Alright, I have a flag. Negative, we can't spare anybody, we are about to lose beachhead okay. If we okay. Hit them. С этого направления, давайте okay, пока okay. Отвлекаем их. Defending. Тут целый этот интеровский склад. Камикадзе здесь. А, блин, ладно. Кирс, what happened? Here's a tank at Montflora. Okay, you should right. Go to Swarms now. Copy. Так, мы идем... What do you want me to do now? Do you want us to attack artillery, or... Where are you right now? Давайте, нам подпинуть... We couldn't hold here. Artillery by ourselves. Двигаемся на Swarm. Спаунтись на Beachhead и двигаемся на Swarm. Okay. What do you want us to do now? You should... you can spawn at Outpost, defend it for a bit. Maybe we'll need you to attack Swarms. But right now you just spawn at Outpost and defend it, alright? Okay, copy. Yeah, you're cutting off. Roger that, we'll defend Outpost. Керс. Да, ход в озере рядом с вам на 10-11 часов. На самом деле еще пушка. В озере с вам, да, 10-11 часов. То есть они прямо около камней бегут внутри озера, исходят. Попробовать с этого, с правого флага, Виган, который пройти. Да, я думаю, с главной базы пойти. С главной? Ну там пушка просто. Ладно. Можно просто выйти вот сюда, и отсюда пробовать. Не, нам главное их давить просто. Да-да-да, я это имею в виду, нам не давать расслабляться. То есть хорошо, что мы тут отвлекли их. И пока у нас фора есть даже. CC, we could spare some guys now. Давай попробуй отвлечь. Hold on. Да, давай. А мы можем сразу заработать. Баска. Так, там два человека. Саша Док и Холи Фазер. Саша Док и Холи Фазер. Окей, fair enough. Попробуйте пройти сюда. Send some people to beachhead if you can. Ралик хочешь поставить? Да, поставьте ралик. Я вроде бросил дым, что ли. Томас Коза, can you attack Swarms? We can try. Go ahead. No. I mean, we could do a surprise attack. I'm in position. Зайди поближе, поставь ралик, мы захватим. Может нам помочь на перекрестке? Yeah. Okay. If somebody could defend beachhead, Germans could attack Swarms. Да, давайте пойдем на перекрёсток. No, you stay at the beachhead. Yeah, Russians so. And... hold on. Kirst, are you attacking Swarms? Yeah, I'm trying. We're gonna retake it. SSC Churchill spotted Dock 6, K1. I'm Pop Dock 6, K1, Churchill. Нет, нам сказали дальше, что Swamp. Пусть там Донбасс сам справляется. У нас пока есть... Блин. Can the Panzer 4, it's an outpost attack? У нас была фора, пока мы потратили перекресток. I know. Shit. Нам надо пробраться. Вот сюда у нас прекрасный танк. Hey, Donbass, надо перебраться сюда, поставить ралик. Кто передо мной первым? Стой. Томас Козак, did you fail attack? Радио, давай чуть дальше. Томас Козак, are you even here? Yeah, we were trying to attack, I got killed. Okay, well, switch to beachhead. Yes, I'll let Germans attack Swarms, but you switch to beachhead. Так, вражеские работают. CC, Густ of 5, you want to attack beachhead? No, you defend beachhead. We could attack artillery observation post. CC squad leader 5, you want to defend beachhead. Смотрите, у нас севернее по канаве. Germans do recon if observation post is empty, then attack it. Влас, Г5. Пушьте флаги. Фелас! Engineer kits. Use those engineer kits to satchel those artillery observation post walls. Yeah, we can do that.
think. Okay, German squad will defend beachhead and blow up the barriers. Yeah, see, our attack on swamp failed. Yeah, stay at beachhead. Мы обороняем бичхед. Смотрите, они... Баско, what the fuck? Все на хабле, все на хабле. Как мы тут? Сизи, мы будем бить Харлд. Кинешь ролик? А, или да, блин. Да, надо ближе подойти. У тебя же есть командирский, по-моему? Да, да, да. Мертвый не спавнить. Так, ладно, там склад один идет. Мы обороняем бичхед. Там первый склад, там второй склад, мы обороняем бичхед. Ну, ну туда пойду с Оливском, помогу вам захватить. Рор, ты на тигре, да? Или ты... А, понял. You're capturing Hubble. Artillery observation post barrier gone. Так, я пока здесь останусь, что перетрусил ралик. А с... А у нас ралик еще живот, кстати. А с СИ мы still have a life rally point at swamp. Си, я gonna try... sneak in from outpost to swamps. Yeah, I see. So, Germans, you're attacking swamps, right? Germans? Yeah, we could attack swamps, yeah. Yeah, yeah, go ahead, go ahead. You're supposed to do that. Oh, sorry, I didn't get that, sorry. Gert, you can also help attacking swamps if you have running out. Okay. Так, мы атакуем swamp. Ребята, по одному месту все идут. Давайте от ралика заходите на флаг. Я попробую клянуть в толпу протиснуться. О, поступ около тебя. Трое. Да тут вообще. Давайте заберем флаг. Кидайте дымы, больше дымов, второй. Власть, алло, у тебя спокойно все? Там пак 40, понял. А, все понял. Yes, we are. Провалились вы? Do you need help? I'm trying to handle this one. Власть, алло. У тебя убийцы свои? Понял, понял. Е4, КП5, вражеский ралик. На свамп, Е4, КП5, вражеский ралик. Ну... Где-то здесь пометки. Херово, заходи. А ее типа нельзя использовать? Наверное, просто нет. А ты, намёк, конечно. Ну, хоть что-то, но... Ну, кстати, он кто-то сидит в поле. Наверное, мертвый не спаунт, еще сейчас попробуем опять на ЦВ-шнал. Точно так же, как мы делали. Около меня миномет, где-то за стенкой. Сейчас будет ралик, мертвый не спаунт, если это... Я думаю, что лучше... Блять. Там где-то он. Иди, стой. Вот сейчас прям стой. Да. Там пехота бегает возле меня надо. Окей, поскольку на утпост. Танк на севере вот флага, это прям рядом. Езжай, там пехота на утпост. А, это АПЦХ. Готово, это АПЦХ. Там и танк едет. Блять, сори, Иосиф.
Кудал, переместись снаряды ко мне сюда. Не страшно, эти севера атакуют в дыр. Они у блекера. В бункере противника. Хройер, езжай к нам. Green Bunny, Донбасс, can you build that beachhead? Hold on. Then inside the bunker from north side, enemies from north side of our tank заспочен, Ройер, танк заспочен. And we have tank, enemy tank, George 4, K4. George 4, K4. That's Bond's outpost. Yes, we stabilized the situation. CC, you must spam on CC Green Bunny or CC go to Mont Fleury for now, alright? Ого, по мне почти попало. Смотрите, они где-то... Yes. Еще один в бункере остался. Все, еще в бункере враг? И да, еще один. Было трое, стал один. Это кину... Мне по цеху отбили обратно. Outpost is good for now. Через южную дыру он стреляет. Так, они там танк движется, смотрите. Бункер западной стороны танк. Враг, да, враг в бункере. В бункере мина осторожно. Донбасс, keep attacking Mont Fleury from Crossroads. Там простреливает танк, а я ПЦ радио аккуратно. Из бункера один выбежал, по-моему, я его... Yes? Я в бункер кинул, подожди, не забегай туда, блядь. В бункере мина. Yeah, I know that. Ну ладно. Блядь. Смотрите, они все еще с западной стороны, вот, у них где-то ралли. На метке один противник, на метке один противник. Убил его он. Я Шерман Порт не убил с Панцерфауста, неплохо. Так оно же всегда было. Они бегут прям вот, ну, блядь, по прямой, по-моему. Для арты метка, прямо бункеры, кажется, там где домы. Как охрененно спаунится прямо. Они опять покидали домы. Я еду, еду. Хорошо. Шерман горит на метке. Сиси Рога, Квестер, Артиллер, да? Тара. Держи бункер. Там же Шарма. Умеет финишит. А вы only mortars. Shit, if only mortars. You can't kill tanks with that. Прости, I mean, we can, but it's really difficult. Ты за мной. Не, за мной был. Так и нет, в окопе. Green Bunny, Донбасс, there are enemies south, near the empty jeep. Кажется, они пока карты пытаются пройти, проверить тут. Проверяйте, я смотрю на вход. Да, да, вижу, пометки фонтан, пометки танк. Его ремонтируют. Я спорчу. Танк, кстати, едет, я слышу танк. Давай к нам на аутпост, будут тебе цели. Мы тебе на споте. Там вроде никого нет. We got the Latins here in a... Alright, yes, I'm coming to artillery observation post. I'm coming there. Вроде отбились. Еще бетер сейчас около танка будет. Капитально отбились надо. Да, они заебались нас. Выбивать я так не смогу. Слушай, Lord of Olives, попробуем пройти на Swamps. Не подыхай там нигде. Да, сейчас Green Carrier, я был. Да. Я давайте уже спать. То есть чуть ниже метки, где Green Carrier. Все, всем удачи. Давай, пока. Давай. There's a big bunker somewhere down south, maybe in the bunkers, overlooking artillery observation. CC, we need some anti-tank support. We got 3 tanks attacking Haber. Вот я ж банку вчера, в среду говорил, что этот флаг легко оборонять. Я бас за данными south. Нет, это Шерман, 5-й пост. To your west. Да, они спотят все танки, поэтому... А вы что спотите? Как мы спотили. А, на джип коммент. Минус танк. Красавчик. Отлично. Джип спотан на мэп. Там еще правда, один танк, кажется, и заслышан с базы. Так, а у нас нет никого в бункере? Сталин, ты в бункере, да? В бункере я, да. А ты минус ставил, нет? Нет, у меня пулемет. Давай поставлю. Поставь минус, да. Так, народ, там на моем споте, смотрите, пометки противник, да. Кроссроуд берут, блядь. Не, это печально. Если мы прострелим это, мы сейчас будем лузать. Дебилы, а блядь. Вы не можете отбивать свамп попробовать? А можем мы свампы кинуть ралли, если нужно. Попробуйте, попробуйте. Кто-нибудь ко мне подойдите, я ближе всего к свампу. Атакуем свамп.
Я останусь здесь, что свой переставлю. Germans, have your rally point. Да, только, no, только не на машинке. Green Bunny, can you hurry? Веди ее куда-нибудь. Я просто в атаку поеду. Да-да-да, давай. Кто за ним бежит? Беги. Давайте, давайте прямо в флаг-зону, они, их там мало будет, наверняка. Лорд Оливс, направо беги, ко мне беги направо, Лорд Оливс, направо. Сосед Дампан, can you send a squad to outpost? Пушка. To attack swamp. Она выстрелила. Ставьте ралик. Никто не может подойти у вас. Саша Док и радио, поставьте ралик. Мы сейчас радио кинем ралик. Хорошо, хорошо, все. А, все, ралик готов. Где-то дымы, нет дыма. Все на флаг, быстро забеляем флаг, пока они не очнулись. Enemy possible rally point behind the bunker north of Fleur on Echo 6, Echo 7. Empty bunker north of Fleur behind the bunker. Сорян, что possible rally point for the Spaniards. Отлично, отлично. Дампанк, вы это, вы говорите, если возьмете лучше на флаге появиться, чем на радио. Берете, нет? Да. Я чарлю. Да, давай, давай. Здесь. На юге никого нету. Готов, готов, готов. Лучше помоги на обсервейшн пост. Куда-нибудь сюда. Там танк, там танк, там обсервейшн пост. Да, там танк, кстати. Где 6, там кровь. Нам два, наш один. Где я заспаунился? Что за чушь? Сука. Остальные, давайте где ты есть. Никуда не уходи. Все остальные пиршите под свам. Пирс, you can move to swamps. Go, go, go. Well, ready to have swamp. И джипик, джипик, джипик на карте. Yeah, so what? Okay, капи, капи, капи. Шерман и джип на карте отмечены. Because they're all dead. CC, do you want us to continue to attack Flurry? If you can, then yes. Squad 2, don't leave outpost. Я туда не пройду, там пехота, блядь. Фауст. We're not leaving, we're making a rally. CMP админ. Блин, этот... Green Bunny и Донбасс, are you gonna make rally sauce? Куда вы все разбежались? Народ, ты уходим далеко от флаг зоны. Там танк. Yes, and? Do we not have a rally? You do have a rally, okay. I was just curious if you're gonna put it down. Okay. Never mind. Goal. Yep, we have to wait a few seconds. Let's put more rally. Готов. Rally готов. Goal on the road. Они в окопе на свампе, в большом окопе. Блять, я попал. Горит. Enemy got. Дымы мои, дымы мои. И там еще дальше мало есть. На наш enemy what? Yeah, there's enemy Cromwell running around the artillery observation post and they're climbing up from the west side. Я его сейчас возьму в поле. Больше людей в флаг-зону, больше людей в флаг-зону. Отлично. Они вдоль окопа, аккуратно. Нет, еще Шерман возле свампс. Unfortunate. Сука. Я убил одного. Блин, честно, арта, арта перебьет. Они в окопах, они могут взять флаг. Сейчас они берут флаг, они берут флаг. А кто второй? Так, нет. Мы теряли, да, потеряли флаг. Я на втором танке. Тут HQ, есть админы, отбираем, в общем... Отбиваем, отбиваем. Слабый отряд. Три, why can't he... We got in back Green Bunny, Donbass, can you attack... Donbass and Green Bunny, can you attack Beachhead from North, I think? Panzerfaust, Panzerfaust, мы отбираем флаги. Нету панцерфауста. У меня есть сейчас смысл на пусть стоять. Кому? Да, тебе есть. Оставайся там. Понял. Да, я бы его взорвал, если бы не стал минометом. Понимаете, два минометом. Пометки танк, пометки танк. Да, давайте к там танк, Годл движется. С северной стороны, за этим самым. И прям в поле, в чистом поле Годл там. Это я. Пехота твоя. Мы не пройдем тут. Годл, ты вообще в другой стране воюешь, что ты нам говоришь? Мы на других флагах, а ты поехал на Observation Post. Потому что был приказ. Я сказал ему, да. Мы там танк мы не возьмем. Минус. Все, минус.
Давайте, против нас только и чьи, и админы, и это уехали. Мы должны отобрать флаг обязательно. Иначе нам не простят кто. Там их очень мало. Люди на матч. Alright, but you should have run close. Yeah, in case we lose it, we will make a new one with our team. У нас ралика нету, отступите один. Окей, great. Вас отступить. Я иду к танку, я иду к танку. Роер, постарайся там пожить. Сейчас я к забору отъеду. Ходить назад, ходить назад, сейчас будет ралли. Сейчас там радио есть за стенкой. Даже уж, наверное, скользко. Нет, на метке, на метке, на метке, на метке. Меня убили, меня убили, радио уже. Поставил. Радио есть, есть радио. Пошли по блядь. Там... Отъедь там этот. Я сейчас буду живой. Пиат. Там пиат. Он за забором. Там к северо-западу. А, блин, они север. Кир, скажи первому отряду, чтобы защищали. Они теперь отрали. А сквад 1, протект Протект танк, совершенно отпал. Сейчас он скажет вперед. Того убил вдалеке. По флагу, быстро на флаг, сейчас возьму. Под грузовиком. За машиной. Извини. Руэр, на севере танк, на севере танк. Я же сказал. Понял. Well, Green Bunny Donbass can spawn them and defend it. Давайте отбираем флаг, возьмите домов побольше. Все задымим, все задымим и пройдем. You were supposed to attack Beachhead, by the way. Бежим. В атаку. Вот прям на флаге есть враги. Стреляй в окоп. Да, на нами зайдет. Кидаем флаг сразу. В окоп стреляй. Они все еще тут с севера. Надо защищать окопы, как только возьмем длинный окоп, который... Это может быть в конце сам ралик. Постреляй без зеленки. Или здесь может быть. Да, или вот... Там господа, куча пиачков было. Мы сейчас просто... Попотели. Воде за камнем. На мне противник, на мне противник. У него воды, а. Здесь противник. Возьмите антитанк кто-нибудь, кто кому... Нет, нельзя, нельзя. Противник, противник на метке. Перстых много у воды на севере. Этот, Рейнг там? Green Bunny, if it's too complicated... By the way, I cannot hear you. It's too complicated. You can go for Crossroads or Montfleury again. О, нас Отто взорвал. Нашел ралик, ралик на метке. Ну что, на метке, да? Отлично. Да, да. И смотрите, они с воды шли там, где было пойдем. Instead of attacking anywhere, we're losing. It's like flag, fuck. We have flag. Забирай. We have. Обороняйте. Дымов, больше дымов на флаг, чтобы они меня не видели. Да там никого толком нету, просто там бегите. Есть, 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 северная сторона. Because the enemy is bleeding, but they're leading by 80 kills. One inside. Они идут вот где берег воды, левое озеро. Да, оттуда, да, да. Но там у них ралли. Противник. Make ралли. Противник в окопах. Make ралли. Граната. Наверное, Сталин не сможет выбраться. Уходи к нам. Если сольют они второй сквад флаг, значит сольют. Продолжал идти от реки, от воды. Они и по северной стороне воды тоже, тоже идут. Керс, скажи, что на моем споте ралли, на моем споте. Си, Влас, еще один танк с базы есть. Есть инженеры, пушку починить. Только... В этом есть. Окей, патронами я не вижу. Там панк, say again. Китов I didn't say anything. Я возьму на метку. Да. No. Там, you want me to attack, только если задымить танк, потом... No, no. Keep defending. Керер, да. Green Bunny is supposed to attack... We've been attacking it. Ребят, не спать. Я, короче, вынес ралли. We can't get anywhere near it. Так, там танк обстреливает, кажется, откуда-то... I know. Это прям на севере, прям на севере. А, прям на севере? Понял. Где-то в районе метки. Да, да. Это-то. Годов, как тебе ситуация?
Или кроме. Только подъехал. Не знаю. Соси, Баска, please help my protect my tank. Соси, we have a private outpost. I hear rank carrier. Даже если инженер там тяжело пушку на возвышенности. Нет, ее еще разворачивать надо там. Добежать с РФ-пакетом тут где, блядь, пару метров. Ну вот, сука, в последнюю секунду убил. Бахни там его. Пехота, по-моему. А, и... да. Подберите мой кит, зарвите его. Я беру танк. Вот, не поверишь. Роер, взрываю тебя. Там мой кит. Кирс, я старту пичхеда разведаю. Хорошо, да. Скажи, я вижу врагов. Пускай защищает. Бах, там не знак вопроса. Я им говорю. Точки нет вообще. Все, правильно. Они захватывают танкфоры. Точку. Yeah, I left a couple of guys with artillery observation, and yeah, we're doing this. Okay. Yeah, there's only my son. You should have told me. Well, this was Irving's idea. So. Like full stop attack, just defend artillery observation, make rallies as quick as possible, because enemies are approaching. Тут испанцы. Roger that. Кирс, сзади тебя меня убили двое. Помогите радио. Пометка противника перемещается. Вернитесь-то на севере, хотя бы двое вы слышите. Пометка перемещается противник, они сейчас будут заходить с юга. И у окопов, у окопа длинного убивают наших. В окопе длинного. Пометки, они явный ральф поставили. Розык, это импер. Это камикадзе. Там камикадзе, найдете его, дебагните. Потом, пометки у них ралли. Пиздец, понял. Первоначальная задача просто. Дебагните камикадзе. Я сдохну, пускай прикрываю. Они тебя не смогут прикрывать, потому что они все ушли на манфлёре. Я им говорил, но... Так, у нас... Очистите длинный окоп, пожалуйста. Зачистили вроде. На флаге? По воде бежит. Окей, гуд. Green Bunny, you're still not on the flag zone. What are you asking? You should make a rally and stay in the flag zone. Yeah, I'm trying to get a couple guys together and make a rally. I can't make one because I'm not squad leader. В общем, пушка восстановлена. Отлично. Разверни ее на... Развернул. Может, тогда надо и пушку изменить, чтобы было видно? А где? Около тебя? Да, он за зеленкой. Я Монтфлорис Арс. Тут стрелял в кого-то, но... Хотя так. Сольем, конечно, но хотя бы не так позорно. CC Enemy Rallying Монтфлори Destroyed. Танк слышал? Мотаем Молса. Так, смотрите, мы потеряли Outpost. Может быть, они оттуда к нам пойдут. CC Монтфлори, where am I destroying Panzer IV? There was an enemy point, also some enemies. Okay, great. Так давай заберем пост обратно. С мейн на шерм. Не, не уходим, остаемся. Your rally was blocked, Green Bunny Donbass. У нас будет 4 флага, держите флаги. Да, держите флаги. И не подыхайте. Yeah, там второй склад может контратаковать. Мы не уходим с этого флага, мы держим его. В принципе, разрыв 20 очков можно зарешать килами. They're coming at us from the south. Мы не зарешаем килами, нам надо блиц, поэтому нам надо держать флаг. Нет, мы монт не возьмем, кажется. Я еду в атаку. А нет. Ну да, мы. Я на мой тюнинг ралли вынес, может. Enemy found our rally point. Хотя вряд ли. Защищаем флаги, не теряем наши. Не подыхайте лишний раз, можем выиграть. А может быть второй склад. Так, у нас танк движется, у нас там танк движется отсюда. Минус. Отлично. Это кто был? Кто вынес танк? Я. Он второй раз убивает, это точно медаль. Откуда убили его? Где трут, а? С юга. А этот транш второй или какой? We're fucking defending our country! С севера заходит. We have to keep it up, because the British are still here. Лёля, это... Пидал главную базу было? В одном квадрате. Well, let them bleed, let them bleed. Stop attacking, guys. Let them bleed. Убивайте больше. Да мы не успеем уже.
нас страны заходит, ну. Танкерс, make some kills, танкерс. Годл, тебе приказ больше убить сделать. Я Годл так сделал столько, сколько смог. Там на этом, на обсрочный отпуск почти один был. Я не понял. В общем, Рор, подожди, смотри, если никто не возьмет, то добери ты. Да вот, да, сейчас. Смотри. А, я обменяю, поменял. А сколько мы раундов-то в таком случае играть будем? Может, я в миномет сяду? Попробуй, да. Все равно тут никто его не... Мы еще, наверное, час будем играть, то есть это может быть последний раунд. Ну, радио, потом я могу взять, как закончишь. CC там. Это так непривычно играть, нет? I'm taking the Sherman and Echo One. Окей. Так, сейчас ставим здесь ралик. Yeah, I think there was some misunderstanding. You can also take Churchill. Yeah. Так, король готов. Давайте пойдем. Блин, я хотел по своим стрелять. Еще правее враг, еще правее на нашем фланге правом. Годл, Годл, это кто на миномете? Дымите флаг. Сейчас свой ралик поставлю. Против флагдона. На пулемете противник прямо передо мной. Ралли убили наш. Нет, я переставил. Новый ралли жив. Траншея противник. Минус пушка. Молодец. Фугасы почему-то не долетают, блин. Пидорас. В флагзоне опускаем. Дым опускаю. Миномет вражеский. Народ, как только возьмем флаг, оставайтесь с этой стороны, если покажем. Смотрите, около пулемета есть ящик с боеприпасами. Закидывайте гранатами через бакаж. Вот сюда. Кидайте гранаты сюда, сюда и сюда. Я ухожу с флага. Go for slums, help on slums. Один тут прям керст рядом. Internationals. Я поищу. Мы уходим на свамп. Мы уходим на свамп. Арсайген, тут Арсайген, ход дефенд бичхэд. Есть. Капай. Там грузовик. Да, мы движемся на свамп, народ. Я горю. Там пушка работает. CB, are considering attacking swamps instead. Бля. Сори. Who's driving the church? There are enemies behind them. Enemies behind the church. Я копит, Годл. Годл, что-то не пополняет эти... Сиси, свамп, спотт, фотлеры. Чё, куда мы идём? На свамп. Блин, смотрите, они где-то вот в этом районе. В районе метки. Набрали. Кидайте метки, я попытаюсь занимить там. Сиси, who you say? Я кинул спотт на свамп. Вы точку потеряли. Почему мы потеряли? Нам сказали уходить оттуда с вам. Подожди, может там они еще поднимут флаг? Germans. Можно я его убью? Нет. Он все время перед нашими встает и ники это сливаются. Не стреляйте, не стреляйте, вы дым поднимаете. Все нормально, только не убивайте их. Может, я тоже хочу вас убить? Да нет, нафига. Тсс,
Итого отыграли всего две битвы. Да. Два раунда всего. Ну, полноценных. Два.